я приглашаю замечательного артиста, талантливого, уверен, он очарует вас своим творчеством. И ваши аплодисменты встречаем Владимир Казак. Милая женщина, этот день я запомню навек. Подарю я цветы застенчиво, посмотрю на тебя сквозь букет. Ты такая красивая, нежная, а в глазах небесный рассвет. И мне кажется, ты так доверчиво улыбнешься и скажешь привет. Я люблю тебя, милая, дорогая моя. Ты такая красивая, и она у меня. Подарю тебе, милая, красный роз, нежный свет. Ты любимая женщина, и тебя лучше нет. Драгоценная женщина, и тебя лучше нет. Загадаю желание светлое, чтоб тебя никогда не терять. За тебя, моя нежная, милая, я готов и любить, и страдать. Для меня ты как солнышко ясное, освещай небосвод по утрам. Принесу я тебе розы красные, за тебя все богатства отдам. Я люблю тебя, милая, дорогая моя. Ты такая красивая, ты одна у меня. Подарю тебе, милая, красный гроз, нежный свет. Ты любимая женщина, и тебя лучше нет. Я люблю тебя, милая, дорогая моя. Ты такая красивая, ты одна у меня. Подарю тебе, милая, красный роз, нежный свет. Ты любимая женщина, и тебя лучше нет. Драгоценная женщина, и тебя лучше нет. Аплодисменты, друзья! Владимир получает статуэтку Николая Карамзина от проекта «Аллея российской славы».